Здравствуйте, мои уважаемые зрители, телезрители, видеозрители. Добро пожаловать снова на мой канал. Сегодня поговорим немножко об интеллектуальной задаче. В мое время, когда я учился в школе, это было во время динозавров, совсем в другой эпохе. В другие игры играли, у нас не было телефонов, мобильных, не говоря уже там о этих смартфонах, айфонах. В общем, это игра на логику, которая тренирует немножко мозг. Сейчас я вам объясню принцип игры. В основном это игра, задача, адресована тем, кто умеет играть в шахматы, ну или тем, кто более-менее играет в шахматы. Это игра «Ход конем». Смотрите, я сейчас вам объясню эту игру, если вы не знаете. Если кто знает, и он уже это ее выполнял, но давно не играл, может снова поиграть в нее. Иногда с первого раза не получается, кто знает эту игру. Смотрите внимательно. И если это вам понравилось, кто-то не нашел еще этому решению, то в один день я сделаю видео, где я выставлю мое собственное решение этой задачи. Доброго вечера. Если видео понравилось, палец вверх. Не понравилось, вниз. Ну, если что, подписывайтесь на канал. Счастливо. Не хворайте. В общем, в чем заключается эта задача? Берете бумагу в клеточку, в какую хотите, и делаете шахматную доску. 8 клеток на 8 клеток. В общей сложности у вас должно получиться 64 клетки. Я просто здесь написал АБС. Это так, чтобы понять надо было. Теперь я объясняю принцип игры. У вас 64 клетки. И вы начинаете играть конем. Ход конем. Все знают, как оно играется. Так, так, ну, буквой Г. Игру вы можете начинать откуда угодно. Отсюда, середины. Объясняю принцип. Ну, допустим, вы начинаете вот с этой клетки. Ну, для меня отсюда начинаю. Это ваш первый ход. Вы ставите цифру 1. Потом, куда вы перемещаетесь? Допустим, вот сюда. Цифра 2. Потом цифра 3. В общем, цель игры. Вы должны пройти по всем клеткам. Безусловно, не возвращаясь на клетку, где вы уже стояли, где уже цифра стоит. Вы должны заполнить все 64 клетки шахматной доски ходом конем. То есть, где-то у вас должен быть последний ход, где будет стоять 64. И все остальные будут, соответственно, заполнены продвижением коня. Надеюсь, вам это понравится. Если у кого-то с первого по десятый раз не удастся это сделать, у кого будет оставаться клетка 63, и 64 будет свободная, не опускайте руки. Это вполне выполнимая задача. Ну, правда, на нервы действует. Безусловно, в школе тоже не играйте во время уроков на переменах, если это дети смотрят. А если вы на работе, то не используйте полностью рабочее время, чтобы решить эту задачу. В общем, желаю вам удачи, не опускайте руки и ставьте ваши комментарии. И повторюсь еще раз, в один день, если будет достаточно много просьб, как ее решить, я выставлю решение, даже фотографию выставлю, где вы сможете проверить, что нету никакого обмана. Все сделано, соответственно, передвижению коня по шахматной доске. Доброго вечера, не хворайте и хороших выходных.